Сегодня мы находимся в Кустанайской области. С утра мы были в городе Аркалыке. Вы знаете, он является одним из 27 моногородов. В ближайшее время, вот до конца октября месяца, будет принята комплексная программа развития города. Развитию города серьезный импульс даст строительство железнодорожного участка Аркалык-Шубаркуль. Железнодорожники дали обязательство, что за год раньше они уже в 2015 году полностью завершат строительство. Это радует, поскольку Аркалык был с точки зрения транспорта, логистики и тупиковым городом, теперь он имеет возможность выхода на все рынки. Ну и естественно, значит, горожан беспокоило перспективы по всей этого рода управления, как будет дальше развиваться, не будет ли сокращения рабочих мест. В связи с строительством железной дороги, там принимается также решение по диверсификации производства, создание новых рабочих мест, в том числе связано с развитием агропромышленного комплекса и животноводства. Акимат области внес соответствующие свои предложения в связи с этим. Оно поддерживается правительством, поэтому мы действительно вполне оптимизм, что город Аркалыка, которого когда-то назвали городом-призраком, сегодня он становится на рельсе уверенного развития, и перспектива его, в первую очередь, связана как раз с завершением строительства железной дороги. Она даст второе дыхание развитию города.